Давно не выходил прямой эфир. Хотел бы по последним событиям, которые у нас происходят, слава Всевышнему, что они происходят только в этих соцсетях, что на самом деле без кровопролития все проходит. По поводу нашего многоуважаемого Рамзана Ахматовича, нашего брата, моего брата, хотел бы сказать по его высказываниям, которые он в прямом эфире сказал насчет того, что там как один нехороший человек написал в комментариях, что любой, что Хабиб порвет любого из клуба Ахмат. Конечно, этот нехороший человек сделал нехорошо, написав так. Но реакция нашего дорогого брата Рамзана Ахматовича — это естественная реакция, адекватная реакция, потому что этот человек не просто финансирует, да, вот этот клуб, ребят, каждого бойца с этого клуба. Он просто держит на пульсе судьбу, можно сказать, не судьбу, а вот карьеру ихнюю, каждую карьеру каждого спортсмена в этом клубе, да, Ахмат. И когда ему говорят такое, кто-то говорит, конечно, он сразу, у него реакция, он говорит, кто порвет, не может Хабиб порвать там всех в клубе Ахмат, и не всех, и может быть, и даже может быть, он и ни одного не порвет там. Это один момент, поэтому я считаю, что реакция его была адекватной, что он так сказал по поводу, что если вы хотите посмотреть, пожалуйста, я любые деньги дам вам для этого, если хотите, если бой с любым из клуба нашего Ахмат, если Хабиб хочет подраться. Это один момент. Это все сделал один комментарий, нехороший человек написал, скорее всего, честно сказать, нехорошо такие вещи писать, это неправильно. Это один момент. Что касается Рамзана Ахматовича, я бы, как сказать, с юных лет этот человек меня поддерживает, помогает, все делает для того, чтобы делал и делает для того, чтобы из меня стал хороший спортсмен, хороший человек там. И я не знаю, покажите мне одного человека, одного главу или какого-нибудь чиновника, который приглашает к себе спортсменов с других регионов и чествует их как своих из своего региона, как будто бы чествует и дарит им подарки. Покажите мне одного главу или одного человека, какого-нибудь чиновника, чтобы так делал. И я считаю, что то, что сказал Рамзан Ахматович по поводу... Он имеет право говорить все, что угодно. То есть он очень авторитетный человек на сегодняшний день. И это его мнение, то, что он говорит, он имеет право высказываться. Как хочет и как пожелает. А как у нас у горцев или там на Кавказе говорят, когда старшие тебя ругают или там старшие тебя упрекают чем-то как-то там, он же это делает только ради тебя, получается. И мы в любом случае, когда старшие ругают или там что-то говорят, мы же молчим, мы же ничего не говорим против. Поэтому я считаю, что там на самом деле никаких проблем нету. Вот этот нехороший человек, который написал в комментариях, что Хабиб порвет любого из клуба Ахмат, это, конечно, он неправильно сделал. С него спрос будет в любом случае. От Всевышнего спрос будет. Я с него ничего спрашивать не буду. От Всевышнего у него спрос будет, почему он сделал такой разлад между братьями. И что я хотел сказать про нашего молодого брата, горячего,
голодного, который рвется к вершинам, Хамзата Чимаева. Хамзат Чимаев на сегодняшний день, он молодой, перспективный. Мы очень надеемся, что у него все получится в UFC. UFC очень, как сказать, это организация, у них свои правила, что-то надо делать, что-то надо не делать, там разные у них правила есть. И поэтому Хамзат Чимаев, когда ему прямой трансляции, или там, когда он там был, ему говорят, что там ты, мол, с Хабибом подерешься. Что он должен был сказать? Он сказал, конечно, и с любым подерусь, и с Хабибом, и с любым. Вообще там тоже вот этот же нехороший человек написал, что, мол, не должен был он писать ему про Хабиба, во-первых. Хабиб уже завершил карьеру, его нету уже в ММА, и ему писать это, конечно, не нужно было. С каждого такого человека будет спрос в любом случае. Спрос от Всевышнего будет. Поэтому не надо делать разлад в этом. Чимаев сказал, любой нормальный, адекватный человек, то, что сказал бы, то же самое сказал Чимаев, если, мол, с Хабибом. Что, он должен был сказать, не-не, я с Хабибом не буду драться, или там, нет, что ли? Нет, он сказал, как есть, и с Хабибом, и с любым там я подерусь. Это же их работа, это работа. Поэтому я бы не хотел, чтобы с команды Хабиба там брат, двоюродный брат, или Абубакар, по-моему, у них какая-то словесная перепалка с Чимаевым. Я, как сказать, не хотел бы, чтобы они это продолжали. Тем более в этих соцсетях это расходится очень быстро. И каждый должен себя придержать чуть-чуть и не делать таких высказываний. У вас есть октагон, разбирайтесь в октагоне, как хотите, без лишних слов, без ничего. Если там уже в крайность уже дошло что-то там, да, вот можно в октагоне разобраться. Вот все, что я хотел сказать. Я не претендую на то, что я в чем-то либо прав, не прав, но это мое мнение. Я хотел сказать то, что хотел сказать. Всем удачи!